пилить наоборот, скоро уже. Так вот наложу, подсыхает, пусть. Большая избушка, хорошо, комфортно, просторно, но маленькая замечательна тем, что быстро нагревается. 20 минут и уже тепло. Все по лесным. Сырых кину это. Сухих что-то жарко. Вспотел уже. Запашок-то. Обеденный перерыв. Времени уже много. Эту стенку зашил. Сейчас буду это. Досочки кончились. Пилить надо. Ой, пилить. Рубить. Так вот. Стеночки лесные. Печка хорошо, не жрет сильно, дрова быстро. Попью чайку с ватрушечкой. Ничего не украли? Аромат баньки. Шикарно. Хотел сварить в котелке, но где-то протекать начал. Все, вариться поставил. Тушеночку потом еще побахнем. И нормально будет. Бобр орудует. Он походу здесь живет. Не выскочит на лес. Ага, попался. Вот ловушечку, значит, здесь поставил. Доброе утро, друзья. Переночевал хорошо. Спальник вообще огонь. Во сколько? В 11 часов последний раз подкинул дрова. Наверное, часа в 2 уже печка полностью остыла.
Я до утра даже не подкидывал. Сейчас утром встал, затопил. Чай его погрею на костре, быстрее будет, пока сейчас печка там нагреется. Время начала 11 уже. Шоколадочка сейчас, кофейку. О, хорошо. Ну все, баньку затопил. Попаримся сегодня опять. Вот такой вот получился медведяй. Тут деревце, веточка отломилась, тут другую делал ветку. Ну, пойдемте сходим, попаримся. Вода нагрелась. Шапочка сегодня само то была бы. Нагрелась вообще. Жесть. Ого! Как заново родился. Всем доброе утро, друзья. Вот и третий день нашей лесной жизни. Сейчас сперва здесь проколупаю. Метра 3 от берега отошел, чтобы проверить. Если нормальная толщина льда, пойду дальше, отойду, там уже рыбачить буду. Ну, зимы сейчас такие не особо холодные. Ой, простите. У вас попал тут. Где-то и метр, и два замерзает. Ну все, продолбил. Где-то сантиметров около 20. Где-то 17, наверное. Плюс-минус. Ну, в этом году я уже практически рыбак. Купил даже черпак профессиональный. В прошлом году из фикс-прайса шумовкой вычерпывал. Попробую вот на такую кормушку. Ветер, конечно, не знаю, там по записи что получится. И на серединке попробовал, и поближе к другому краю. Что-то не клюет. То ли кормушка не та, то ли рыбак не тот. Thank you.
сердце землянки забилось. Можно идти за дровишками. Сейчас завалим какую-нибудь сухарину. Сейчас дровишки все дальше и дальше таскать. В округе все уже перепилил. С дровами закончил. 2 часа. Ну тут не на один, на 2 дня хватит. Можно заниматься своими делами сейчас. Пока дров напилишь, наколешь, перетаскаешь, найдешь еще эти дрова, уже потом и своими делами неохота заниматься. О, нифига себе. Уже сколько, неделю или больше ли прошло? Опарыши здесь оставлял. Чё еще живые? Обалдеть. Нифига живучие. Ну маленький, капец пришел. Хорошо, опарыш есть. Все шикарно. Сейчас закинем, сходим. Ну вот. Где-то потерял эту. Удлинитель. На удочке. Опа, опа, опа. Есть, друзья, рыбинка моей мечты. Ну куда такой вот? Даже без наживки. Вот на такую мормышку. Давай, плыви. Ну все, рыбалку закончил. Больше ничего не поймал. Наверное, поэтому рыбаки не отпускают рыбок, чтобы они другим не рассказали. Подходил, слышно было бульканье. Вот так вот установил. Надеюсь, что-нибудь заснимет. Орудуют тут. Дерево прошлое видео, которое показывал, уже завалил, остругал. Быстро работает, без дела не сидит. Ладно, не будем тревожить по делу. Ну вот и моя теплая норка, как у бобра тоже. Все, проветрились. Время 5 часов вечера. Можно резьбой позаниматься, поработать, так сказать. Перекусим сейчас ватрушками, потом сварю гречку с тушенкой. Резать будем нарды. Привет, кстати, девушка заказала своему мужу нардишки тоже. Гречка сварилась, я уже подремал часок, сейчас поужинаем, потом повырезаю, наверное, до спад. Ребята, нарезал время. 10 час.
10 доходит. Покрасил, подшкурил немного. Вот такой вот леший получился. 2 часа работы и готово. Что, ладно, друзья. Спокойной ночи. Доброе утро. Встал сегодня пораньше. Заметил такую особенность, если долго спишь, когда-нибудь, ну так иногда охота подольше поспать, там до 9, до 10. Поспишь подольше, и потом самочувствие весь день какое-то хуже. Сегодня, кстати, приснилось ночью, что я якобы на реке где-то. В избушке, какая-то дощечатая изба, я сижу под столом, прячусь, смотрю в окошко, а там стадо идет оленей каких-то, и за ними волки. Один волк там возле избы походил, я прячусь, думаю, сейчас, если зайдет, у меня ножик с собой, думаю, сейчас я его пырну. Такой сон приснился. Ну, как-то я даже проснулся. Как-то не по себе было. Подружка так и живет со мной тут. Ничего, немножко осталось до лета. Надо и воды налить хоть в ковшик вон этот. Вот так вот пока получается. Ну еще вышкурится, прорисуются все морщины. Детали были вот такие вот морщинки. Насыпал птичкам гречки, думал, поедят. Но что-то не стали, улетели куда-то. Спугнул. Говорили сделать сладенькой водички бабочки, чтобы она кушала, дожила до весны. Сейчас попробуем, сделаем, может, поест, попьет. С города в лес прихожу и начинает как-то голова кружиться и сон клонить от свежего воздуха, что ли. Кстати, кто-то в комментариях написал тоже, что после города, когда в деревню приезжает, что у него голова кружится от перенасыщения свежим воздухом. Но здесь хоть и не сильно свежий воздух, но все равно отличается немного, чем в городе. Здесь хотя бы машины нету. Ну, от завода, конечно, сюда попадает выхлоп, но от машин, думаю, нет. Крученая попалась. Она дроватая.
Все, ребята, закончил. Вот так получилось. Почти как магазинская. Чай с печеньками. Сейчас попью. Печка не стал готовить. Думаю, здесь сейчас прогорит. Сюда закину. Печенки будем жарить. Опа-опа. Пленочка. Все, картошечка сейчас запекается у нас. Наш ужин. Опа. Все хорошо. Печеночки спеклись. Теплота уже. Зверушек вроде нету. Картошка вроде картошка, но когда вареная, жареная или печенки, совсем разные вкусы. Вот такой вот чудесный лесной ужин. 9 часов времени. Картошка, правда, уже остыла. Завтра пораньше встану. Пойдем искать березняк. Капсу, вель. Лыжи у меня припаркованы, спрятаны там на реке. Чтобы не таскаться тут с ними, там оставил. Так что, ладно, всем до утра. Это капец, друзья. Доброе утро. Выпал новый снег. Еще и на улице тепло. На лыжи липнет. Идти вообще невозможно. Это капец вообще. Как черепаха плетусь. На лыжи как будто цемента прилепили. Килограмма по 3. Вот тащишь его и идешь. Подмерзшая вкуснее. Ну, вот это ценная растопка. Сама прям отрывается уже. Береста. Как-нибудь бы его еще спилить. Высоковато, блин. Надо с лесом поделиться. С лешим. С коллегой. Нет, друзья. Ножовкой я тут до утра буду пилить. Сантиметр 7, наверное, пропилил. Почти что час прошел. С перекурами. Неудобно вверх. Руки когда устают быстро. Ветер в харю. Снег валит. На лыжи налипает. Каждые 50 метров вот так вот очищаю, чтобы они ехали. Ноги уже не идут. Но я счастлив. Наверное, у меня с головой не в порядке. Ладно, ребята, осталось немного, вон там, вон, вижу, уже дорога. Всем счастья, здоровья, удачи и до новых встреч. Пока.